Жительницу города обокрали через мобильный банк. В городском отделе внутренних дел сообщили, что злоумышленник использовал сотовый номер с активной услугой мобильного банка. С помощью операции по оплате услуг он снял со счета пострадавшей свыше 50 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, ранее судимый житель Пурпе, задержан. Сотрудники полиции напоминают, что при утере или смене сим-карты необходимо отключать услугу «Мобильный банк».